зрители должны прийти на фильм «Правила боя», потому что он очень красивый, сочный. Там снимается Паша Ли. Жаня мой самый красивый. Вот. Четкий паца. Суперсексуальный Дима Стука и т.д. и т.п. Оголенные мужские потные тела. И, конечно, товарищ Рокси будет вас радовать обалденной качественной картинкой и очень интересным захватывающим сюжетом. Поэтому всех ждем в кинотеатрах.